Привет! Есть в моей копилке быстрых рецептов один салат, который я обычно готовлю тогда, когда удается купить спелое авокадо, а кроме того, когда не хватает времени или же просто лень готовить что-то более грандиозное. К авокадо я добавляю раковые шейки, какой-нибудь любимый зеленый салат, сегодня это будет руккола, и приправляю все смесью оливкового кунжутного масла с лимонным соком. Получается очень вкусно, как всегда просто и быстро, а кроме того ярко и красиво. В общем, все как я люблю. Thank you.